Я всегда хотел длинные волосы и в 36 лет решил отрастить их максимально. Я думал, они вырастут до пояса, но оказывается, они выросли только до локтя. Если вот их выпрямить, то получается как раз до локтя. Вот, и насколько я узнал, что предельная минимальная длина волос от плеч даже, от плеч до пояса, скажем, а дальше это уже очень круто. В основном от начала до конца груди. Вот у меня начало груди, а вот конец. Практически у меня средняя максимальная длина волос. Ну, как говорится, что выросло, то выросло. Такая у меня максимальная длина. Максимальная длина. Да, что выросло, то выросло до локтя. До локтя.